городские жители же знают прекрасно, да, что на выходные ты едешь на свою прекрасную дачу, а возвращаешься с идиотского огорода. Вот. То есть, ну, к сожалению, да, городские жители, они не приспособлены для сельского хозяйства. Они вообще думают, что молоко, оно в пакетах на деревьях созревает. Да. Вот. А на селе очень тяжело. Надо трудиться, по крайней мере, на какой-то период. Да. 12 часов иногда. На протяжении нескольких месяцев надо вот полный световой день, да, посвящать тяжелой работе. А в наше время очень трудно встретить вообще в городе людей, у которых были бы мозоли не на локтях,